Ну что ж, дорогие друзья, 15-й эфир, 3 мая. Пришло время переходить к нашим виновникам сегодняшнего 15-го эфира. И как я уже говорил, сегодня мы представили вашему вниманию новое имя, которое прежде не звучало в эфирах нашего радио ни в качестве конкурсов, ни в качестве проектов. Вот так вот Дмитрий зашифровался. Дмитрий Ипатов, дорогие друзья. Добрый день, Шансон Плюс. На конкурс «Твой шанс» посылаю фонограмму своей песни «Маленькая женщина», автор музыки, текста песни Ипатов Дмитрий, вокал Ипатов Дмитрий. О себе: я родился и живу в Санкт-Петербурге, сочиняя тексты к своей музыке и музыку к своим текстам. Иногда выступаю. Дмитрий Ипатов. Ну что ж, вот так вот скромно о себе Дмитрий Ипатов нам сообщил. Осталось послушать его песню, дорогие друзья. Итак, Дмитрий Ипатов в рамках конкурса «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс» с песней «Маленькая женщина». В котором маленькая женщина одна.
Филатов, дорогие друзья, с песней «Маленькая женщина». Как тонко, Дмитрий, вы подметили всевозможные прелести женской красоты и ее потребности, и разложили это все на стихи своей песни. Мне понравилось, очень понравилось. Давно не слышал таких песен, наполненных смыслом. И хорошая гитара. Дмитрий Ипатов, дорогие друзья, «Маленькая женщина» – первая песня, которую сегодня мы представляем в рамках конкурса «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс». И, Дмитрий, надеюсь, что не последний раз, потому что конкурс и проект у нас продолжается до 31 июля. В рамках конкурса вы можете представить от своего имени до 5 песен. В рамках проекта «Твой шанс» этих ограничений по песням нет. Песни, которые проходят у нас по конкурсу, оценивают члены жюри. Песни, которые у нас проходят по проекту, оценивают радиостанции. Радиостанция «Шансон Плюс» и радиостанция «Сфера Мьюзик». И абсолютно неважно, на каком языке ваши песни и в каком они стиле. Главное, чтобы это не были политические, тюремные, ну и все, что в этом направлении песни. Мы совсем другое радио. Спасибо вам, Дмитрий Ипатов, за вашу песню.